Мне сообщили то, что Мести издевается над учениками. Что? В дом Мести? Пришел полицейский? Так много дел же это Мести. Думал то, что она на втором этаже. Боже мой, сколько же у нее здесь комнат, просто сотни комнат. Из какой там она? Или уже там где-то ученик в какой-то клетке сидит, которую она заперла? Да, и что же интересно такого Мести сделал, то что пришел полицейский? Ну ладно, все-таки думаю, то, что она на первом этаже. Так, я слышал. А вот же Мести, Мести, я тут слышал, то что они сказали, то что ты издеваешься над учениками. Если за 3 секунды успеешь написаться и поставить лайк, то я пранкану Мести. 3, 2, 1. Молодец, я пранкану Мести. Я не издеваюсь над учениками, а ну вошел отсюда. Из своего дома, что я тебя здесь не видела? Ладно, ладно, все, я бегу от тебя уже, Мести. Мне просто сообщили. И все, больше я такого не делаю, да, вот, все, я убегаю. Ого! То есть от Мести только что убежал полицейский? Ого, что Мести такого сделал ему, то что он сразу убежал? И тем более, что полицейский боится Мести вправду? Боже, сколько людей уже Мести боятся? У меня уже в голову не помещается. Кто еще боится Мести? Да мне кажется, все, если уже полицейские, тоже ее боятся. Да. Это, конечно, выглядит довольно странно. Не скажете? Так, ну да, интересно, что произошло? То, что Мести, видимо, так разозлилась и даже выгнала из своего дома полицейского. А если бы ее посадили бы в тюрьму? Из-за того, что она издевается над учениками. Ну вот это, кстати, правда, то, что она издевается. Ну ладно. А это что за бомба? Может быть, нажать на нее? Может быть, это фальшивка? Давайте нажмем. Ой-ой, я, кажется... Ну, естественно, я лопнула. Ну, это было, в принципе, очевидно. Можно как раз выпить энергетика, чтобы больше не лопаться. Какая интересная книга. Наверное, ее все-таки стоит ее еще почитать. Ну, еще где-то часика 2, как раз таки успею дочитать эту книгу до конца. Так, сейчас я уже все-таки не буду нажимать на бомбу, а теперь я уже отрежу вот эти все провода, красную или синюю. Отрежу красную, потому что она ближе всего к сейфу. И сейчас услышу открыть этот сейф. Так, а что в этом сейфе? Ого, смотрите, здесь торт, который... И зачем есть в сейфе? Торт, мне такой вопрос. Может вообще быть в сейфе торт? Это, конечно, возможно, но просто зачем? Может быть, она решила нас прыгануть? Интересно. Ого, вы только представляете, Мести меня видят, но не может меня поймать. Это выглядит довольно-таки странно, но допустим просто. И все. Я тебя вижу, ну все. Я вижу, что ты своей головикой. О, боже, что это мне на голову упало? Что? Я танцую? Нет, ну я же не хочу танцевать. Зачем мне это делать? Ну ты держи тебя, Мести. Как вроде всегда, вот можно даже потанцевать, но думаю то, что не стоит. Мести, Мести танцевать, а то сразу еще и двоечку там влепит, и все там такое, знаете, все сразу подряд. Так, давайте возьмем вот эти клубнички, возьмем этот тортик. О, здравствуй, Мести, как раз таки этот тортик тебе войдет. Что ты делаешь в этом доме своими тортами? Это мое, а не твое. Ладно, ладно, Мести, она, знаете, она так переживает за свои торты, то что у нее аж торт на голове висит, вместе с волосами. Вместе с волосами. Ладно, все, мне уже нужно, наверное, прекратить, но все-таки ладно. А, так, у нас есть такая штучка кремовая. Ой, а ты что за мной еще Мести бежишь? Мне зачем это вообще? Давай, ты лучше там останься, а я здесь побуду. Будет намного лучше. Так, она там пока там стоит, я пока что начну делать пранк. Давайте сюда выливаем эту штучку, потом еще эту штучку выливаем. В итоге мы все мешаем. Получается розовая штучка. Да и достаем из этой розовой штучки. У нас получается из красной плюс белая. Это равно розовая. Розовую. Теперь мы... Давайте. Сюда мы ложим вот эту вот ежевичку или не знаю. Ну, короче, какие-то синенькие штучки. И теперь это красим в розовый цвет, да? Да неужели? А, мы торт красим.
в белый цвет. И получается у нас вот этот торт, который лежал просто в холодильнике. А тот, который она запрятала в сейфе, то там был именно вот этот вот. А вот там был вот такой розовенький там с клубничкой. Он лежал просто в холодильнике. А с ежевичкой в сейфе, да? Я же вроде не перепутала, да. И сейчас, вот знаете, мне кажется, то, что вести не зря так сделала. Мне кажется, то, что она для нас подготовила какой-то пранк, может быть. То, что мы все-таки возьмем, съедим этот тортик, а в итоге он окажется там с пранком. Ну, в принципе, ничего необычного. Так, а теперь сюда, вот на этот тортик мы ложим клубничку. И теперь мы полностью торт перекрашиваем в розовый цвет. И получается вот такой торт. А теперь мы берем этот торт. Давайте берем и ставим совсем другой торт сюда. Ну, а точнее такой же, но просто он с другим вкусом, который, может быть, там вот как раз таки он запранкованный. А теперь, который тот, который с клубничкой, ну, я так буду называть, может быть, без пранка. Точнее, вот тот с пранком, а этот без пранка. Мы в итоге, может быть, так, можно сказать, перепутала местами чуть-чуть. Ох, как же я устал сидеть на диване, пойду-ка я же чем-нибудь займусь. Да-да, вести, тебе лучше, конечно, чем-нибудь заняться, чем просто сидеть на диване целыми днями. Лучше, ну, наши контрольную работу бы проверила. Интересно, сколько там я сдала на эту контрольную работу? На 5, на 4 или на 3 по математике? Так, ну, пусть они там едят свои торты, а я возьму, пожалуй, конфетки. Все-таки тортиков я от нее больше не хочу. А вот горецкие конфетки можно. Так, ну сейчас пришло время вместе с моими ученичками покушать тортика. Это для вас. Можете есть. Это выглядит совсем странно. Ну ладно. Ну все, можете приступать. И сейчас я наконец-таки их запранкую. Что со мной происходит? Нет? Что? Я сейчас... О, боже мой, я перепутал торты! Боже мой, я лечу вместе с самолетом! Боже мой! Ого, вы видели, как нас получилось перегадать вести? Боже, да это просто отвал башки. Мне тут сказали, то, что вести украла машину. Вести. Это правда, так где вести? Надо найти вести. Что? Полицейский пришел домой к вести, чтобы раз... То что? Что? Вести украла машину? Я думаю, то, что ты где-то здесь. Я чую твой запах. Запах... Мести! Так, Мести, ты украла машину! Это полицей! Это полиция! Я не украла машину, я ее купила! А, ладно, я думал, что ты ее купила, ладно? Ну все, давай, уходи отсюда, полицейский, да! Давай, все! Ну вот это да! И полицейский опять ушел! Ну все-таки... Знаете, а мне тоже кажется, то, что вести украла машину. Да. Это выглядит довольно странно. Представляете, вот эту машину украла вести. Вести, но воровать это плохо. А представляете, если к ней сегодня, ну, может быть, или завтра, придет к ней другой полицейский и просто ее посадит в тюрьму. Но она же учительница. А если ее посадит в тюрьму, то она не сможет вести уроки. А если... Она не сможет вести уроков, то у нас, если она не сможет вести уроки, то у нас не будет уроков. И получается, у нас не будет домашнего задания. А если у нас не будет уроков и домашнего задания, то мы не будем ходить в школу. В итоге, Болеся, я вам звоню, то, что вести украла машину. Так, давайте вот это нажмем что-нибудь, ну, чтобы ей стало намного хуже. Ой, мне так жарко. Наверное, все-таки надо сделать... надо мне, наверное, снять мой пиджак, хотя нет, я хочу выглядеть такой же красивой, как и на моей картине. А, Мисти стало жарко, и то есть она захотела снять свой пиджачок, да? Готочку, но она не хочет ведь. Так, мне так жарко стало, пойду-ка я сниму. У меня один вопрос такой, Зазия, ты ходил только что в двух, получается, таких курточках, одну ты повешал, а другая у тебя осталась. То есть еще через 2 минуты у тебя уже будет, окажется то, что там не 2, а... То есть не 2. Не 2 пиджака, а 3 пиджака. И получается у него еще будет 1. А потом 4, а потом 1, а потом 5, потом 1. И там все такое. Ладно, давайте мы украдем ключ из куртки у соседа.
Я видела то, что ты забрала ключ у соседа. О, боже, это что такое? А, это торт. А, вот, я тебя вижу, я хоть и выход, я вижу, но я тебя вижу. Вот тебе, держите яйцо. О, нет, ненавижу, когда меня вести пуляется просто, знаете, яйцами. Ну, мне это просто чересчур не нравится. О, смотри, а у меня магнит из своего багажника. Блин, а я думала, что я открою машину, а не багажник. Ну, ладно. Но зато у меня есть хотя бы магнит. Это я, знаете, вести так могу примагнитить вот так вообще. Вот так вот, ну, если у меня что-то будет, вот так вот в него болтать. О, боже мой, я что-то уняла. Ой, мне так смешно. На меня упала какая-то стекляшка и разбилась. Я даже, я вообще не могу восстановиться смеяться. Мистид вообще так смеется, просто божественно. Ой, на меня упала стеклянная штучка, ну ладно. И продолжу смеяться дальше. Наверное, мне все-таки было... О, боже. Наверное, мне все-таки было невольно. Да, это просто Мистид тупо. Не понимаю, конечно, вот этого вот. Ну, в принципе, ладно. Я видела, где-то я здесь. Да вот же я здесь, смотрю на себя в зеркало, значит. У меня есть и магнит, и ключи от машины, и какая-то краска, которая нам в будущем пригодится для брэнка. Знаете, просто вместе обожаю все оттенки розового и все оттенки фиолетового. Ну, еще немножечко она любит белый с зеленым. Как заметили, ее в костюме есть, естественно, белый. Как она любит все, ладно, оттенок розового, оттенок фиолетового, оттенок зеленого. И пятый оттенок — это ее волосы. Это серый. Ведь у нее все волосы эти серые. Да, вообще не понимаю. Кстати, мне ключи уже не понадобились. Я их просто выкинула. Ну ладно, не выкинула. А на самом деле просто положила в пиджак этому соседу. Так, что-то мне стало довольно-таки холодно. Наверное, я все-таки надену пиджачок. Так, ключи здесь? Да, ключи здесь. Ой, как хорошо то, что мы положили в этот его... Как он называется? Пиджачок. И положили ключи. Все-таки. Это довольно-таки хорошо. Поэтому... Отлично. Поэтому ладно. И сейчас у нас есть только краска и магнит. В принципе, и нам больше ничего не понадобится. Так, смотрите, здесь у нас есть какая-то шляпа. Выглядит это довольно-таки странно. Но сначала нам нужно положить магнит под эту шапку. И теперь это все окрашиваем в розовый цвет. А теперь бежим отнести, чтобы она нас не нашла, пока она нас не забрала. И не поставила двоечку, не вызвала родителей в школу, не вызвала родителей в школу, не вызвала родителей к директору, чтобы меня не поставили двойку по поведению, чтобы не поставили за годовую оценку, чтобы мне не поставили кол, чтобы, ну там, еще 100 причин, почему нужно бежать. Я вам советую, что лучше все-таки вам пробежаться. Ну все, сейчас я возьму топорик, чтобы в следующий раз полиция ко мне не пришла. Так, главное его в этот раз выкидать. Топорик, ты что? Не надо за мной бежать! Не надо, ай-яй-яй-яй-яй-яй! Она все-таки снимала эту шапку. Так? Ой, ну наконец-таки топорик стал мне слушаться. Смотри, вести. Что? Что? Что с моей прической? Боже, как я завтра в школу-то пойду? Ой, Мистид, ну не знаю, как ты завтра в школу пойдешь, но зато ты завтра в нее не пойдешь. И думаю, хотя бы другой учитель будет, а не она. Поэтому ставь лайк, если понравилось это видео, подписывайся на канал и жми колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Ну а пока, переходите смотреть следующее мое видео. Увидимся там!